Дорогие друзья, рада приветствовать вас на нашем канале. Сейчас мы собираемся обучить верблюдицу. Зима, 20-й год, Республика Калмыкия, верблюд Бактрян. Это сейчас правильно сделать. Оп-оп-оп. Верблюдица уже обучалась. На нее садились. Один раз благополучно упали с нее. Руки замерзают и слушаются. Такая изморозь. Вот это вот специально мы сделали подпруга из... У пожарников попросили, это пожарный шланг, он самый крепкий, капроновый. Короткий.
Вот это для того, чтобы она вот этот не делала, не легала, надо ее, как сказать, вот некоторые говорят, там жалко. А у нее сейчас силы, она может свободно ударить ногой и убить человека. Поэтому для того, чтобы она, у нее даже в мыслях такого не было, надо ее сперва, ну, просто сказать, чтобы она устала немного. И тогда она не будет двигаться, движения делать таких. Вот я почти. Вот так. А, хороший. Или не пойдет. Смотри, сам. Не мешается. Вот так вот. По кругу надо. Нормально, нормально. Посмотри, читай его, Кольца. Ага, вот так. Поростовато, а что уже? Вот это вот. Без этого вообще верблюд не будет подчиняться. Столько миллион вопросов задает. Если я ногту сделаю, она меня выкинет сейчас с этой шеи. Поэтому это, можно сказать, тысячелетиями сделано так. Мы ничего не выдумываем. Мы стараемся войти в историю и оттуда черпать. Ничего не надо придумывать. Новый велосипед еще никто не придумал. Два колеса круглые и педали, и крути. И все. И здесь то же самое. Ничего никто не выдумывает. Поэтому только вот таким методом обучается верблюд. Ничего мы не провозносим. Я имею в виду новшества никаких. Есть какие-то мелочные такие. О, вот оттуда снимай. Вот оттуда снимай. Оттуда, вот это. Как она легает. О, смотри, смотри, ты уже не снял. Смотри. Вот под эту ногу попасть. Убьет сразу. Вот для того, чтобы это не делала, надо ее, как бы сказать, чтобы она устала. Мне иногда удивляют такие дилетанты, которые вообще не в курсе, что такое верблюд, начинают всякие моменты учить. Так, не так, всяк. Ну приезжай сюда и научи. О! Как я глаза закрыл. Вот кому жалко, пусть подрев подойдет сюда, под заднюю ногу. Жалко. А?
Надо было отдел немного сюда подтянуть, чтобы она шкала больше. Передней ногой не достанет? Передней ногой. Хорошо, она передний не бьет. Передний бьет, сейчас ударит, не дай бог. А? Я понял, сейчас я это, завязываю. Подтяни. Сама себе ногу обтер. Немножко. В следующий раз он не ударит, она будет знать, что бить нельзя. Реакция должна быть феноменальная. Реакция шустрая. Руки раз, раз, раз убрал. Давай сейчас, я всего сниму. Я слайпер возьму. Возьми. Ты просто пока цифры убери. Надо. Что он, когда в нам поедет, она еще устанет. Шарик катается, значит, собака, когда начинает кувыркаться в снегу или вообще по земле, значит, ветер будет. И это примета 100%. Поезжайте вправо. Ногой вбивай.
Ну, охотники, охотники тоже есть. На 8 часов заяц он поднялся. Остановись. Так, вы, короче, вот так прямо езжайте. Прямо? Да. Еще метров 200 и назад влево уходите вдоль трассы. Так. Прямо езжайте, прямо. Потом метров 300 назад с той стороны справа. И... Так. Чак. 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 Кать, что, завязла, что ли? Лицо такое. Валит. Как я на нее сейчас сяду? А, ну да. Вот это там прям... Забывай, что это дикое. Не-не. Он сейчас снимает, да? Куда, куда, куда?
сейчас. На Сусан залез и спи. Ладно. Не надо. Вот эти там, без Альфы и Багиры.